Здорово, Империя! Микрофон Артём, это канал Snow Worm TV. У нас очередная новая игрушка, что-то азиатское, китайское, корейское, короче, не знаю. Сейчас посмотрим. У игры нет русского языка, оно и понятно. О, ой-ой. А, это можно выбрать, какие волосы ей напялить. А это цвет. Пускай такая будет. Какая лолитянка, да? Fulfill your mission. Да, грузочка. Ну ладно, подождем. Так, загрузились. Скип. Ура, скип. Let's control... Ага, подожди. А у меня есть джойстик. Интересно, джойстик будет работать здесь? Или оставим так вот? Space перекат. Так, по-моему, громко, да? Так, сделаем. Так, что у нас еще есть? У нас есть Shift скиллы. C. Ничего пока нету. Q Select предмет и Change Waypoint. Хорошо, допустим. А bold waypoint. Special атака. Экипировать. А, это сундук можно положить. Так, подожди, нам можно. А есть инвентарь, да? А, вот щит. А, два одинаковых, что? А, у них скиллы разные. А я могу два меча? Нет, два меча не могу поставить. Вот, теперь могу щитом закрываться. А, можно прыгать, кстати. Подожди, а у нас скиллов никаких, по-моему, нету. А, есть. Понятно. Надо было, конечно, джойстик подключить, ну да ладно. Мне кажется, джойстиком было бы удобней. А нам надо было с Чубриком поговорить? Мы что-то с Чубриком не поговорили же. А, ну вот он рассказывает. Ну, блин, я джойстик... У меня включен джойстик, но он это... Надо его просто перезагрузить. О, машрумс. Пузырь, бедолагу. Да, озвучки в игре, конечно, не хватает. Aerial Access версия. Story мод. Супер ударом только что вмазал им. Подожди, а что карта?
На карте ничего не показано. Так, здесь есть что-нибудь? Камера опшн. А, во, можно вот так вот сделать. Ну, она такая, знаете, линейная. Просто бежим по коридорчикам. Мутузим грибы. Заходим дальше куда-то. А, вот теперь карту видно. Так, ящик. Какой-то меч выпал. Я так понял, меч, да, выпал? Нет, не меч. Какой-то реликт, что-то такое-то. И непонятно что. Нам, видимо, вот сюда. А, это, наверное, и какой-то этот упал. Предмет. Талисман. О, экипировали талисман. Второй этаж, получается. Все, замутузили. Собираем награбленное и валим отсюда. Это такой, знаете, полурогалик какой-то. Только в анимешном таком стиле. Scroll and change waypoint. А, вот видите, hard, это, короче, сложная какая-то комната. Тут можно выбрать, в какую комнату пойду я. А здесь можно, видите, поставить что-то. Вот давайте вот это возьмем. Экипировать. Щит. Новый щит поставили. Так, КПшка-то хорошо. Вот еще один бегает. Вот, смотрите, еще один какой-то щит выпал. Лазер щит. А, еще кто-то прибежал. И, кстати, денежки падают. Какие-то скроллы падают, а где-то их активировать я пока не нашел. Вот, вот эти скроллы. Ой. Всякие свитки, короче, банки хп, расходники, в общем, с нее падают. Подожди, мне сюда, вон туда, по-моему. Давайте на Hard Souls. Yes. О, какой щит, смотрите. О, меч, давайте меч возьмем, экипировать.
А, они здесь 5 уровня. Так, здесь можно какие-то бафы накинуть на тебя. У меня, кстати, должны быть новые скиллы. Потому что с каждым этим... Вот, видите, с каждым оружием у нас новые скиллы. Не, меч какой-то на апгрейд. У меня, по-моему, поинтереснее меч. Так, здесь что-то еще есть? Походу нету. Так, смотрите, можно сюда, можно сюда. Это соберем. О, смотрите, легендарный, берем. Но мечи особо никак не изменяются видом. О, не заметил его. Банку выпью. Так, есть что тут? Подлутать, залутать. Еще бафы. О, какой-то, смотрите, этот талис... этот... камень. Какой-то камень непонятный, интересный. Очень даже. Можно апгрейдить, кстати, свой талисман, который у нас есть. На плюс 2. А будут боссы, интересно? Наверное, будут. Вот какой-то золотой был скелет. Какая-то кошка пробежала. О, old stuff. Блин, еще бегут. Они бегут и бегут. Так, подожди, я хочу экипировать став. Так, подожди, а тут опасно. Это уже опасно. КД. Босса стрелять может, да? Но у него очень маленький дамаг. Босса, конечно, прикольно. Босса, конечно, классно, но у него, блин, откат скиллов большой. Надо обратно меч поставить. Меч посильнее будет.
Так, здесь что-то выпало. Здесь что-то есть. Берем. Банк ХП. О, кошки. А, они смола... Они с молотками. Вот, ловушка есть, видите, в виде печати. Ой! В виде печати. Блин, тут... А, я подскользнулся на этой. Да что такое-то, а? Кругом ловушки, короче. Ты опять поскользнулся. Так, вот где-то здесь. Вот. Так, ну меч у меня такой есть. Зачем мне два одинаковых меча? Шоп какой-то, магазин, походу. О! Гумбусы стоят какие-то. Так, и что, можно купить что-то? А у меня сколько денег? 1300. А, это, видимо, охранники стоят, чтобы я не воровал. О, босс, кстати, будет сейчас. Босс. Ну, он не такой сильный, конечно. Готов. Доспехи, кстати, выпали. Подожди, а доспехи, интересно, переодевается она в доспехи, если я одеть их? Да, переодевается, кстати. Прикольно. Колец у меня нету. Прикольно. А где выход? Вот выход. Ну такая, знаете, забавная игрушка для так чисто убить время. Тем более она-то типа в раннем доступе и тому подобное. Играется неплохо в нее. О, тут еще прокачка есть какая-то. Ну-ка. А, тут древо умений еще есть. Нифига себе. Х.
ХПшки, короче, ХП, сила и интеллект, ну, на магию. Можно, типа, по две ветки идти, типа, либо с оружием, либо с этими, с посохами. Ладно, давайте здесь останавливаться. Вот такая вот игрушка, берите на вооружение данную игру. С вами был, как всегда, Артём. Подписывайтесь, комментируйте, жмите колокольчики. Приходите на стримы, все ссылки будут в описании. Увидимся всем. Пока-пока.